Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева впервые выступил на международном фестивале оперы и балета «Херсонес». В Севастополь привезли программу «Классика Игоря Моисеева». В нее входят лучшие номера коллектива за более чем 80-летнюю историю. Зрители отправились в своеобразное кругосветное путешествие, в котором через хореографию раскрывается культура разных народов мира. По традиции, вечер открыл русский танец «Лето».